Приветствую. Отсрочки будут отменять. Такое заявление сделал Роман Костенко. Это секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. То есть совсем не рядовой депутат. И вот об этом заявлении мы сегодня и поговорим. И поговорим о том, насколько оно соответствует положениям теории права, насколько оно соответствует положениям Конституции Украины. И, конечно же, поговорим о том, насколько оно соответствует уже сложившейся законодательной практике, какая вероятность того, что так и произойдет, а также поговорим о том, к чему уже привело это заявление. Напомню, что Роман Костенко сказал и условия этого ⁇ мобилизация в РФ. То есть, если РФ объявит полномасштабную мобилизацию, то мы вынуждены будем усилить мобилизацию в Украине и, соответственно, призвать на службу в армии как можно больше людей. И для этого нужно будет отменять отсрочки, в том числе и отсрочку по догляду. С точки зрения военной логики, эта мысль, она безупречна, да, здесь не поспоришь. Но давайте поговорим с точки зрения... Концепции прав человека. С точки зрения теории права, а можем ли мы забирать у человека то право, которое ему дано уже? Конституция Украины в статье 22 говорит следующее, что при принятии новых законов не допускается сужение содержания, либо объема тех прав и свобод, которые уже закреплены. И вот получается, что в принципе и с точки зрения как минимум расширенного толкования Конституции Украины, как мне кажется, забирать права у человека просто нельзя. То есть право, которое человеку было дано и было уже закреплено в законе, его нельзя отменять. Мы же знаем вот это да, правило про обратную силу закона то почему же мы здесь не говорим об этом? Но, но, теперь перейдем к вопросу практики. Да, это мы говорим с точки зрения теории, и думаю, многие меня поддержат, что все-таки права, которые когда-то человек получил, они должны с ним остаться навсегда, их нельзя забирать. Но, теперь к практике. Ну а перед тем, как продолжить, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Там не только есть новости мобилизации, но и масса полезной информации. Например, перечень документов, который необходим для получения отсрочки, образец заявления для получения отсрочки и образцы других документов, которые вам необходимы на сегодняшний день. Все это вы можете получить совершенно бесплатно. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому ролику. Ну а теперь продолжим. Если мы вспомним с вами статью 23 закона о мобилизации и вспомним, какой она была раньше. Вот давайте вспомним. Вспомним те, скажем так, хорошие времена. С 22 по, 20, по 30 июня 23 года право на отсрочку имели те люди, у которых тесть либо теща, были лицами с инвалидностью первой или второй группы? Помните, когда никаких условий не было. Просто если у тебя те теща имеют инвалидность второй группы, ты имеешь право на отсрочку и люди получали, оформляли и спокойно жили. Но потом 30 июня вступил в силу закон, который внес изменения в статью 23 закона о мобилизации и там появилось условие что да, ты можешь иметь отсрочку в связи с тем, что у тебя теща с инвалидностью первой либо второй группы или тесть, но, якщо нема инших процессдатных осип. И, соответственно, если у тебя была жена, если она процессдатна, то все, ты уже отсрочку не имеешь. И ты ее теряешь, ты теряешь это право. Далее мы с вами знаем прекрасно, как развивались события до, в мае, вернее, этого года, 18 мая был принят закон 36.33, известный нам как законопроект 10.449. И в этом зак законе, что сказали, убрали вот это уже основание про слово, вернее, про процессдатность. Там уже появилось, что «якщо нема инших не забовязанных осиб». Плюс добавили другие условия. То есть еще части людей лишили отсрочки. Также кто был лишен отсрочки? Те, у кого жены с инвалидностью третьей группы. Если мы помним, до 18 мая, по сути, все, у кого жены с инвалидностью третьей группы, имели право на отсрочку, потом бац, и его нет, ну, за теми исключениями, которые там сохранили, да, если нет парного органа, если онкология, там психические заболевания, то есть людей, у которых было право на отсрочку, забрали это право на отсрочку. Студенты, вы помните, да, как раньше было, независимо от того, какой раз ты учишься, сколько тебе лет, ты имеешь право на отсрочку. Теперь мы в про повторное образование вспомнили почему-то, причем, но ну мы знаем, как справка ЕДЭБа выдается, да, что даже те люди, которые просто учились, но не завершили образование, не получили диплом, теперь поступают, а отсрочку получить не могут. То есть людей лишили права на отсрочку. К чему это я веду? Ну, практика нам показывает, что это реально. То есть оценивая то, насколько вот это заявление Романа Костенко, насколько оно реальное, насколько оно может быть воплощено в жизнь, мы понимаем, что максимально реальное. Почему? Да вот у нас же практика последних двух лет, она показала, что право на отсрочку может быть урезано. Хотя с точки зрения теории права здесь есть большие вопросы, насколько это возможно. Но законодательная практика Украины, практика изменения законодательства о мобилизации показывает, право на отсрочку могут лишить. Просто потому что... Почему? Депутаты проголосовали и все. При этом напомню, да, там же появились полицейские за это время, то есть пока доглядачи потихоньку лишали отсрочки. Там появились все полицейские, которые, как мы знаем, заслуженно получили эту отсрочку, потому что они стоят на страже, на страже прав человека. Мы же видели эти многочисленные видео, где полицейские защищают, вообще не жалея живота своего, защищают права человека. Да? Видели вот эти видео. Все их видели, как они защищают. И они же для этого получили отсрочку. Да? Уполномоченный по правам человека за это время получил отсрочку. Это тот уполномоченный, который сначала говорил про закон, законопроект 10449, что он плохой, а потом говорит, ну мы поговорили с министром, все окей, все нормально, все хорошо, нет нарушений. И это тот человек, который рассказывает, что большинство жалоб, которые ему поступают, это все надумано, не подтвердилось, ну и все такое. К чему это приводит в реальной жизни? К сожалению, уже сейчас есть, вот прошло тут пару дней с этого заявления, но уже есть у меня клиенты, которые звонят и говорят, все, мы приняли решение уезжать. То есть люди, которые оформили отсрочку, которые работают, которые, которые поддерживают экономику Украины, потому что каждый человек, который сегодня ходит на работу, а более того, если он создает рабочие места, если это ФОП, у которого бизнес, у которого люди работают, он поддерживает экономику, он платит налоги. Эти люди теперь говорят, мы будем уезжать, потому что, ну а что, а если мне завтра я инвалид, да мне завтра отменят отсрочку? А как я буду служить, у меня здоровья нет, ну я вот по букве Б придатный, да, к, там, к службе с ограничениями, но я, я понимаю, что я инвалид, мне, я не вытяну по здоровью. А, а те, у кого там родители больные, и все, эти люди хотят уезжать. Собирались там они делать Министерство повернения украинцев, да? Ну а в итоге приводит к тому, что люди уезжают, потому что они не верят, потому что нет определенности. И этих людей можно понять. Нет определенности, ты не знаешь, что будет завтра. И все это печально. Вот, все это печально. Подводя итоги, друзья заявление Романа Костенко может быть легко притворено в жизнь. Вы должны это понимать. Никаких сомнений нет, что отсрочки могут забрать. За последние вот изменения там, 30 июня 2023 года от 18 мая 2024 года показали нам, что отсрочку могут легко забрать. Соответственно, что? Мы должны жить с вот этой мыслью. И все. И делать для себя какие-то выводы, как мы будем дальше жить в тех условиях, что отсрочку могут забрать. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео вам полезно, если вы считаете, что права человека, которые ему даны, не могут быть забраны, ставьте лайк этому видео и... И что? И будем надеяться с вами на лучшее. А что нам остается? Только это, к сожалению. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.